Друзья, я рада вас приветствовать на своем канале и в своем новом видео. Всем, кто смотрит в данный момент это видео, передаю огромный привет из Калининградской области. Начало ноября у нас стоит пасмурная дождливая погода. Ночью был ураганный ветер, но это мне не помешает. Мне нужно сходить на огород и собрать еще урожай. Я еще свой огородный сезон пока не закрыла. Дождливое деревенское утро, конечно же, никакие работы по саду делать невозможно. И хочу сегодня приготовить вкусный и полезный обед. И этими рецептами обязательно поделюсь с вами. Сейчас буду готовить необычные куриные котлеты. Для котлет мне понадобится одна грудка куриная и несколько куриных бедер филе. Также пропущу через мясорубку одну большую луковицу и пару зубчиков чеснока. Далее в фарш я добавлю натертый сыр, все продукты я взяла в произвольном количестве, брокколи. Брокколи замороженную предварительно отварила в течение 3 минут, остудила и мелко нарезала. Зелень. Зелень можно брать любую. У меня немножко свежего сельдерея, укропа и петрушки. Кто любит кинзу, можно добавлять кинзу. Также соль по вкусу, перец по вкусу и паприка.
Фарш я вымесила, яйцо не добавляла. У кого более жидкий фарш получится, пожалуйста, можете добавить одно яйцо. Соль, перец и разные приправы вы можете положить по своему вкусу. Куриные котлеты я сегодня буду готовить в духовке, а также эти котлеты можно пожарить на сковороде. Сформировала котлеты и выложила их на пергаментную бумагу. Если вы не уверены в качестве своей пергаментной бумаги, ее слегка можно смазать растительным маслом. Небольшой эксперимент. Часть котлет я буду запекать такие, как есть, а часть котлет я хочу смазать сметаной. Никогда так не делала. Хочу поэкспериментировать и посмотреть, какие котлетки получатся более нарядными. Выпекать котлеты буду при температуре 180 градусов 30 минут. Пока готовятся котлеты, я приготовлю быстрый витаминный салат. Больше чем уверена, что многие из вас такой салат никогда не ели и не пробовали. Сегодня хочу вам предложить этот рецепт. Сейчас быстро сменю насадку на мясорубке и натру все овощи. Для этого витаминного салата мне понадобятся следующие ингредиенты. Редька китайская, которую я сегодня собрала на своем огороде, редька белая обыкновенная, пару морковин и яблоки. Редьку, морковь и яблоко я натерла. Также этот салат можно просто натереть на крупной терке. У меня китайская редька внутри оказалась вот такого насыщенного красивого цвета. Сейчас в этот салат добавляю яблоки, все хорошо перемешиваю и буду заправлять. Все ингредиенты я перемешала. Теперь я добавлю соль, сахар и черный молотый перец по вкусу. И все это заправлю растительным маслом. В такой салат я иногда добавляю вместо редьки дайкон. Тоже получается очень вкусно, он схож по вкусу с редькой. Черная редька для такого салата тоже подойдет. Вот такие аппетитные куриные котлеты у меня получились. Смазывать их сметаной или нет, могу сказать, можно не смазывать, разницы я не увидела. И те котлеты зажарились одинаково. Котлеты получились нежные и очень сочные. Друзья, сегодня с большим удовольствием поделилась с вами своими рецептами. Надеюсь, они вам понравятся и вы возьмете их в свою копилочку. На этом хочу с вами попрощаться. Увидимся скоро в моих новых видео.